слушаете радио Болткома. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас интересный гость, доктор медицины, хирург Сергей Лебедьков, который возглавляет клинику Айва Клиник. Это такая вот, ну, она фактически единственная, да, вот такого уровня частная клиника не только в Латвии, в Литве и в Эстонии, если не ошибаюсь, да? Так точно. Да, у вас большой опыт работы в государственной медицине, может быть, чуть попозже мы об этом тоже поговорим. Но вот такой вопрос, который, я думаю, вам часто задают и знакомые, может быть, коллеги, о вакцинации. Ваши медики-то вакцинированы в основном, так я понимаю? Поскольку мы отвечаем за качество оказываемой нами помощи, и, в принципе, может быть, я начну с того, что частная клиника – это особая клиника, которая основные задачи которой – это обеспечить сервис, особый сервис для пациентов и высокое качество больных. И, исходя из того, что в Европе основные два принципа организации медицинской работы – первое – это patient safety, или безопасность больного. Второе – это evidence-based medicine, медицина, основанная на доказанных вещах, на фактах. Поэтому, конечно, во главу нашей деятельности мы ставим заботу о безопасности. Не навреди. Ничего лучше этого принципа, да. Да. Не придумано, да. Конечно. И поэтому, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с COVID-19, мы в клинике разработали свою систему. Конечно, она была основана на рекомендациях Министерства здравоохранения по предотвращению распространения COVID-19 в клинике. И одно из этих требований, конечно, это уровень вакцинации. Мы знаем, что уровень вакцинации, чтобы в популяции было достаточно безопасно, обычно 60-70%, при ковиде считается 80%. 80%. По крайней мере, взрослого населения. Да, да, мы в клинике, наши сотрудники вакцинировались около 90%. И не исключено, что все-таки, наверное, все по время, я думаю, через какое-то время вакцинируются, да? Я так думаю, да, потому что люди настроены, люди понимают, что правильное решение – это все-таки вакцинация, и поэтому я думаю, что это будет сделано. Не хочется, может быть, там вас в какую-то политику толкать, но не могу не спросить. Большой резонанс вызвал этот законопроект правительства, который еще 7, конечно, будет обсуждать, о обязательной вакцинации, по существу, обязательно для трех категорий. Медики, социальные работники и учителя. Ну, с одной стороны, мы понимаем чисто психологически, вообще человеку такая его природа, не очень нравится, когда к чему-то его обязывают, принуждая, с одной стороны. С другой стороны, действительно, вот ситуация пандемийная настолько тяжелая, что, может быть, и стоит иногда не только пряник, но и кнут применить. Вот как ваши мысли на сей счет? Вы знаете, ситуация, которая развивается сейчас, она абсолютно похожа на ситуацию, которая была, когда начали делать первые вакцинации в 1803 году. Да. Причем первые прививки... Оспа, по-моему, да, если не ошибаюсь? Коровья оспа. Да. И брали этот материал, который вводили здоровым людям для создания иммунитета. Это были содержимое вот этих пузырей. И тогда это встретило большое неодобрение со стороны общества. Было множество карикатур, как люди превращаются в коров, в уродов. То есть то, что происходило тогда, очень напоминает, что происходит сейчас. Только сейчас в интернете, да? Надо сказать, что эти первые вот пробы, там было достаточно много осложнений. Но в результате смертность уменьшилась в 40 раз. Это же о чем-то говорит, да? Да, и поэтому в Англии, в Лондоне, если не ошибаюсь, первая была обязательная вакцинация, это военнослужащим, потому что они отвечают за безопасность страны, и это было сделано в обязательном порядке.
И постепенно люди видели, что все-таки есть результаты от вакцинации, и начали уже соглашаться более дружелюбно. И поэтому вся эта ситуация... Всегда в обществе есть люди, революционеры, их достаточно большое количество, в зависимости от национальности, от 15 до 30%, которые будут поднимать волну против любого предложения, решения, рационально оно или нет. То есть к этому нужно спокойно относиться, да? Это нормальный процесс в людском обществе. Да, вот говоря о государственной и частной медицине, все-таки ваше ощущение, поскольку вы в такой, может быть, уникальной ситуации, у вас большой опыт работы в государственной медицине, сейчас вы уже, ну, приобрели опыт не просто вот работы в частной медицине, но и руководство вот этой клиникой, это все-таки конкуренты или это, не знаю, две параллельные структуры, которые одна другую дополняет? Или это, как есть такое представление, у многих такой стереотип, это вот такая, не знаю, VIP-медицина для избранных, для состоятельных, богатых людей? Вот что это? И то – это медицинские учреждения, у которых одинаковые задачи – обеспечить хороший сервис и обеспечить доступность и хорошее просто качество. Форма собственности другая, да? Форма собственности другая, и люди, они все разные. И этого совершенно тоже нормально. Один хочет, ему кажется, что если я буду лежать вот так вот, то мне будет лучше сделано, если это будет называться, то это, наверное, тоже будет сделано. Это вопросы больше психологические. Конечно. Приватная медицина есть свои огромные плюсы. Это очень хорошие условия для пациентов. Сервисные именно, да? Сервис очень хороший. Все условия, люди могут выбрать время, когда, что делать. И многим это нравится, особенно в наше время, когда самое дорогое – это время. Нет таких опасений, ну, по крайней мере, многие медики их высказывают, а те, кто работают в приемных покоях, так как, наверное, в этих службах неотложной помощи больниц, они уже констатируют, что, к сожалению, вот эта пандемия, вот эта самоизоляция, даже в какой-то момент, по помню, в прошлом году была ограничена плановая медицинская помощь, все это, к сожалению, вот обострило хронические заболевания, и, может быть, больше будет запущенных случаев. Насколько вы вот в частной клинике встречаетесь с такими вариантами, когда приходит пациент, вы говорите, ну, голубчик, где же вы раньше были, или, по крайней мере, ну, надо было еще полгода, может быть, тогда бы все это бы легче прошло? В какой-то степени это, конечно, трагическая ситуация, потому что у людей реально не было возможности попасть на исследование. Многие сами боялись обращаться, другие звонили, добивались, не могли пробиться. И это не только у нас. К примеру, на днях приехала моя однокурсница, которая живет в Англии. Ну, она на социале, она не богатый человек, и начала плохо себя чувствовать. Уже год назад она мне звонила, что вот у нее какие-то нелады с кишечником. Ей тогда порекомендовал, что нужно делать колоноскопию. Без этого, к сожалению, не обойтись, да? В результате в Англии она попасть не могла. Выехать из Англии она не могла. Сейчас она приехала, и, к сожалению, там уже большое злокачественное образование в кишечнике. То есть и прогноз это такой результат, не очень, да? Конечно, чем больше стадия, тем прогноз ухудшается. И это такой яркий пример от этой ситуации. И у нас много больных, которые сидели дома, которые лежали на диване, кушали, не гуляли. И, конечно, состояние здоровья в целом, видимо, все-таки у людей ухудшилось. И то, что сейчас происходит в университетских больницах, приемных отделениях, когда по 200 больных, и их надо со всеми поговорить, обследовать, диагностику провести, оказать лечение, конечно, большая очень нагрузка, да. И все мои вот коллеги, они говорят, что процент более комплицированных, осложненных случаев стал гораздо выше. Вот у вас большой опыт именно работы как хирурга. Мы успели буквально несколькими словами перекинуться до эфира, и вы сказали, что, по-моему, вот с 82-го года, да, вы практикующий хирург. Да? Первую операцию я сделал на 4-м курсе института в 80-м году. И с тех пор... еще когда, тогда как практикант, да.
Да, я волонтировал в Булдорской больнице, меня обучали, помогали. В Страдене я начал в субординатуре, это 6-й курс института был, специализация хирургическая тогда была. И с 82 года до прошлого года я отработал в Страдене. То есть вы фактически, когда вот пошли в медицину, вы сознательно хотели стать именно хирургом, да? Когда пошел, да. То есть у вас была цель не просто вы сначала вот, выучиться на врача, там дальше я уже определюсь, в каком направлении, да? Или вы все-таки вы хотели быть хирургом? Знаете, у меня не было в планах таких ясных становиться хирургом. В моей семье было много достаточно медиков, поэтому разговоры всегда были о медицине. То есть все-таки влияние семьи было. Это с одной стороны. С другой стороны, я был в сборной Латвии по тяжелой атлетике, и мой тренер очень хотел, чтобы я стал спортивным врачом сборной Латвии. И тоже интересная работа, да? Да, и это, конечно, вот, может быть, даже практически решающую роль сыграло, что я пошел в медицинский институт. И я не пошел в Тарту на спортивную медицину только потому, что тогда бы мне было сложно продолжать тренировки. Поступил в медицинский институт. И... Здесь в Риге, да? Да. Но, к сожалению, у меня было в то период 9 тренировок в неделю, это 2 тренировки в день. То есть вы профессионально занимались, да? Да, я был второй в СССР. Парень, который у меня выиграл, на следующий год сделал рекорд мира и потом был чемпионом мира. И увязать эти, сложить эти вещи было очень сложно. На последних соревнованиях я у своего конкурента спросил, говорю, ну вот как ты тренируешься? Он говорит, ну как тренируюсь? 2 года дома не был, все время на сборах. И, конечно, это, если это был уровень сборной СССР, то это были достаточно серьезные сборы с очень хорошей реабилитацией. А реабилитация, когда ты учишься в медицинском институте, она малореальна. Это совершенно нереально, да. Заочно у нас еще медицине не учат, хотя были сейчас попытки во время пандемии, но это, наверное, не самая лучшая ситуация. Да, ну вот, чтобы стать хирургом, все-таки должны быть какие-то еще качества, кроме, не знаю, любовь к профессии, к медицине как таковой, да, наверное, вот как вам кажется? Научить оперировать можно очень многих. Я видел 2-3 человека за свою вот больше 40 лет практику, которые, ну, не были способны к хирургии, руки не были. Основное, что требуется от хирурга, это характер. Характер, хорошие мыслительные способности, способность принимать решения, целенаправленность. Они все устремленные, они хорошие хирурги, они амбициозны, они рвутся вперед, и только в такой ситуации возможен прогресс у хирурга. Вот есть такое выражение, это правда не только к хирургу, но вообще хирург от Бога. Да, я вот иногда слышу, вот говорят, там, не знаю, вот такой-то, вот, ну, он хирург от Бога. То есть это говорит о том, что все-таки ну, должен быть какой-то природный талант, кроме знаний, кроме там, не знаю, навыков, как вы сказали, научить можно. Любой хирург будет от Бога, если он прошел большую практику, научился правильно оперировать, и у него хорошие результаты, и тогда его начинают люди так звать. Ну, это те же люди там. Вот говоря вообще о хирургии, она развивается, я почему спрашиваю, поскольку ну, мы знаем, что очень много медицинских направлений, когда к нам тоже приходят гости, они говорят, ой, вы знаете, такой скачок был за последние там, 10-20 лет, не знаю, в лекарствах, в каких-то обследованиях, в диагностике. А вот в хирургии, ну, наверное, эти методы эндоскопии все, да, судя по всему? Да, малоинвазивные методики, то есть операции через малые разрезы. То есть вы тоже это освоили, разумеется, да? Ну, мы начали в нашей клинике в Страдене в 94 году, а тоже одни из первых, проводить лапароскопические операции. Еще в 94 году? Да. И, конечно, в университетских больницах достаточно это развито, но, например, если мы говорим о частных структурах, да, в нашей клинике, в Сигулде, и в отдельных больницах в районе, например, в Лепойском районе, там доктор Рози – это замечательный хирург, это делают бариатрические операции. Вот я хотел как раз об этом спросить, да. И вы тоже делаете, ну, в вашей клинике. В нашей клинике, да. Не вы лично, а вообще в нашей клинике. Я бы сразу сказал, что чтобы подготовить бариатрического хирурга, требуется примерно 10 лет.
Поэтому уже если... в отношении того, кто уже хирург, да? Да, да, конечно. И, конечно, это ошибочно думать, что любой, даже лапароскопический хирург, который не оперирует бариатрию, сейчас станет, начнет оперировать, оно неправильно, потому что там имеется особая техника, там много нужно шить. А шить лапароскопически без больших навыков, без большой тренировки, без знания всяких нюансов, подсказок, конечно, достаточно сложно. Поясни все-таки нашим радиослушателям, что это за операции вот, бариатрической хирургии? Что это? В наше время известно, что от 20 до, в некоторых странах, 35% люди страдают избыточным весом. Избыточный вес можно определить, и это является показанием для бариатрической операции, из измерением body mass index. Специальный индекс, который, если он 34 или выше, тогда показана операция. Этот индекс, он есть во всех интернет-структурах, его можно Google открыть и себе посчитать. Значит ли это, что вот иногда это единственный способ, скажем так, ну как-то бороться с этим избыточным весом? Принцип такой, что на бариатрическую операцию посылают в том случае, если диета, если лечение эндокринологов не дали результат. Не дали результат. Угу. Потому что надо четко понимать, и люди не совсем это понимают. Это не косметическая операция, это лечебная. Это лечебная. Потому что с избытком веса, ну, например, после бариатрической операции, когда нормализуется питание, в 60% удается избавиться от сахарного диабета второго типа. 60%. Естественно, что когда уменьшается вес, улучшается обмен веществ, переносимость сахара, улучшается состояние суставов, ну, проходят боли в спине, могут проходить, конечно, не всегда, да, но то, что отмечают в большом там, 40-30-50%. Ну, насчет диабета второго типа, это же потрясающе, да, результат, да, 60%. Это мало кто знает, к сожалению. Сердечно-сосудистые, легочные. Раньше, например, если у человека болели суставы, они приходили к артрологу, и он говорил: если ты не похудеешь, я тебя лечить не буду, это бесполезно. Поэтому это такая методика лечения, которая может реально помогать при многих заболеваниях. Ну, это методом лапароскопии, то есть достаточно щадящая операция, если, да, так говоря простым языком. Да? Можно делать и обычным разрезом, но, конечно, это несравнимо более тяжелая операция для больного. Мы делаем лапароскопически с маленькими разрезами. В результате, вы не поверите, но больной на второй день выписывается из клиники, на третий день обычно покидает страну, потому что много у нас этих больных из-за границ. Да, это мы тоже еще успеем обсудить. Вот вы сказали такую важную вещь, как раз предваряя мой вопрос. Все-таки представление о частной клинике, ну, может быть, так сложилось в Латвии, что это что-то типа дневного стационара. Да, вот ты пришел, тебя там обследовали, сделали вот такие небольшие манипуляции хирургические, и ты побежал там, не знаю, ну, на работу, не на работу, но домой в течение дня. Да, все-таки вы сказали, что на второй день, то есть у вас есть возможность остаться и на ночь в этой клинике, да? Да, конечно. То есть это полноценный стационар? Практически, да. Например, на этой неделе у нас прооперированный тяжелый больной с проблемами позвоночника, больной с заменой сустава, они обычно могут оставаться до 5 дней. Да, поэтому суббота-воскресенье, да, у нас будет клиника продолжать работу. Это значит, что будут медики там дежурить, конечно, да? То есть конечно. Больной не останется, да, один. Да. Да. Сергей Лебедьков у нас в студии. Напомню, хирург, директор Айва Клиник. Короткая пауза, не переключайтесь. Вы слушаете радио Болтком.
Россия с городом. Радио. Болтком. Да, мы возвращаемся. Прямой эфир. Вот что касается частной клиники, насколько там вообще, вот, ну, учитывая ваш опыт, насколько там велики, такое, есть ли там такое понятие очередь? Да, и я так понимаю, что есть стереотип, что это только платное, да, есть же у вас, насколько я понимаю, если я ошибаюсь, меня поправьте, договор с Национальной вот службой здоровья, который позволяет какие-то отдельные манипуляции делать с бюджета, скажем так, за госсчет. Да, у нас имеется такой договор с НВД, у нас выделено определенное количество финансов для проведения операций по квотам. К сожалению, именно для хирургии она, наверное, последние года три не менялась, хотя мы выросли из этих цифр. Примерно мы оперируем 60%, 50-60% как платные услуги и 50-60% в зависимости от ситуации, как по квотам. У нас большое преимущество, что у нас нет больших очередей. Частная клиника может организовать работу, даже большое количество сделать операций, чтобы не было больших очередей. Потому что мы понимаем, что требования к частной клинике, они особые. Мы должны выполнить по возможности желания пациентов. Кроме того, понятно, что если больной ждет 3-4 месяца, до 40% он уходит из этого места и находит место, где он может сделать быстрее. И политика нашей клиники максимально обеспечить доступность вот наших услуг. Что касается экспорта медицинских услуг, вы уже обмолвились в нескольких словах, я имею в виду, что вот приезд иностранных пациентов, ну ладно, мы понимаем, сейчас пандемия, наверное, особая ситуация, многие даже и хотели, не могли приехать, но вообще, если вот абстрагироваться от этой пандемии, насколько вот велик спрос вот на наших медиков вот в частной клинике, в частности, в Айве? Я скажу, что наша клиника пользуется популярностью за границей. Большинство больных – это из Великобритании, большинство больных – это на бариатрические операции, но кроме того и на гинекологию, на ортопедию, замену суставов, мультифокальные хрусталики при катарактах, пластические операции, да, все это спрос, пользуется спросом. И я бы сказал, что несмотря на то, что в прошлом году мы не работали в апреле и частично в мае, несмотря на это, из-за границы мы прооперировали около 400 пациентов. Да, вот мы знаем, что, я думаю, даже и не медики знают, что операции все не заканчивается, даже если она лапароскопическая, еще, видимо, важно наблюдение, постоперационное ведение пациента, да, вот как дальше это осуществляется, ведь, ну, там же, это же не советское время, никто в этих клиниках не лежит неделями, да, вот сделали манипуляцию, человек получил все рекомендации, дальше отправился домой. Что дальше происходит, как-то вы поддерживаете контакт с пациентом? Да, обязательно существуют контрольные доктора, которые проводят необходимое follow-up, то есть наблюдение. Для этого разработаны свои критерии. Для местных пациентов это всегда рекомендуется. Во-первых, если какие-то осложнения, в любой момент можно обращаться обратно. Наши пациенты, как правило, могут созвонить клинику или своего лечащего врача. Если необходимо, мы можем их забрать обратно, но в большинстве случаев, слава богу, не так много осложнений, и больные приходят через неделю на контроль, мы видим, что происходит, и в зависимости от диагноза больному назначаются повторные обследования, осмотры, или просто мы больного отпускаем к семейному врачу. Вот расширяется ли вот этот диапазон услуг, вот, допустим, в частной клинике, или вы определили, что вот это действительно, не знаю, потребность такая есть вот в этих операциях, там, не знаю, 5-6, да, вот гинекология, может быть, не знаю, офтальмология, видимо, катаракта, так я понимаю, да, вот, бариатрические операции, вот какой-то есть спектр, или все-таки вы постоянно пытаетесь расширить вот эту сферу услуг?
Безусловно, для того, чтобы был прогресс, нам необходимо расширяться и вширь, и вверх. И вверх – это значит новые методики, новые технологии. Вширь – это расширение услуг, проведение каких-то операций по новым технологиям, освоение новых направлений хирургии. Мы очень рады, мы подключились, сейчас у нас начал работу доктор Верденш, думаю, что это одна из восходящих звезд в Латвии. Достаточно молодой, раз вы говорите, да, восходящий, да, звезд. Да? Он, возраст не буду озвучивать, достаточно молодой, но очень опытный, он во многих странах стажировался, он имеет опыт реконструктивной хирургии, хирургии красоты, там, операции на груди, восстановление тела, конфигурации тела, ну, прекрасный хирург, очень хороший хирург. У нас другие операции, ну, те же грыжи, например, мы оперируем только лапароскопически с маленькими разрезами, применяем... Даже если грыжа довольно большого объема. В том числе послеоперационная грыжа. Да. И надо сказать, что это очень... неплохие операции, больные довольны. На второй день, на следующий день после операции он уходит домой без болевых синдромов, все начинает работать. И с маленькими разрезами. Что, да? Очень важно, да. Или, например, сейчас при паховых грыжах, лапароскопических операциях мы начали применять самофиксирующие сеточки. Обычно это было принято специальными, как бы как винтиками, сетка фиксировалась в передней брюшной стенке и надкостницы, что, к сожалению, в 10% дает болевые синдромы после операции, и как бы мы начали вот эти новые технологии применять. Они более щадящие, скажем. Они более щадящие, у больных меньше боли. Еще, наверное, такой важный вопрос – это вот медицинская помощь детям. Ну, принято, да, когда, не дай бог, с ребенком что-то серьезное, и родителям кажется, что серьезное, везут, понятно, куда, на Виннибасгат. Да? Если мы говорим, ну, может быть, о неотложной помощи, а вообще оказывается ли помощь детям? Конечно. Это одно из наших таких любимых направлений. Эта помощь оказывается лорами, ухо-горло-нос специалистами. И эти операции проводятся общим хирургом. У нас доктор Волрат, доктор медицины, довольно долго проработавший в детской клинической больнице, он с удовольствием оперирует на маленьких пациентов. Мы для них создаем особые условия. Например, лоры придумали, что вот за перенесенную операцию вручается маленькому пациенту диплом за то, что ты мужественно преодолел это тяжелое для тебя испытание. Да, и детям это очень нравится. Потому что есть какой-то стимул, да. И, конечно, у нас есть возможность в нормальных палатах, хороших, вместе с дети могут находиться вместе с родителями. Так что... Тем более, действительно, потребность, особенно с учетом нашего климата, в этих отоларингологических операциях, да, довольно большая. А у них достаточно большой поток больных. По четвергам по 4-5 операций дети мы оперируем, иногда по вторникам тоже. Все-таки большую часть вот своей профессиональной карьеры вы проработали в государственной клинике. Сейчас есть возможность, может быть, чуть со стороны посмотреть. Но вот мы знаем, что уже сейчас на здравоохранение, не в контексте пандемии, уже выделяется в общей сложности вообще на здравоохранение больше 1 миллиарда. Сейчас вот Минздрав запросил дополнительно еще 700 миллионов. Ну, столько, наверное, не дадут. Но вот здесь тоже мнения экспертов разделились. Одни говорят о том, что и все равно мало. То есть они считают, что, особенно учитывая опыт других стран, что надо больше выделять, и вообще больше процент от ВВП до 6-7, как, не знаю, Германия, на здравоохранение. Вторые говорят, тут такое выражение не о корм, поскольку вот деньги нерационально используются, можно было и меньшими ресурсами добиться большей эффективности и так далее. Вот, ну, ваше мнение, поскольку у вас есть с чем сравнивать, где частная медицина, как все это организовано, государственная. Дополнительные деньги, конечно, они очень нужны, и это очень хорошо. И, как вы правильно сказали, вопрос, как они будут распределены. И если это будет сделано правильно, честно, то, конечно, я думаю, что это позволит повысить уровень оказания помощи. И я думаю,
Эти деньги в большой степени будут направлены на онкологию, которая становится все больше и больше актуальна. И требуется, к сожалению, там и, да, все и больше и больше требуется, новые технологии. Конечно, это было бы очень хорошо, лишь бы правильно их распределили. Это политический вопрос. Насколько я понял, в ваших клиниках вы онкологические операции тоже делаете? Мы их оперируем как исключение пока что. Если случайно встретили, если какая-то острая ситуация, в том числе и лапароскопически мы оперируем, в том числе и колоректальную хирургию, и операции на желудке. Я думаю, что за этим будущее. И, конечно, если нам позволит государство, если нам позволит наша ассоциация хирургов, мы бы были рады их оказывать эти услуги. Но, естественно, мы на них не имеем квот, и они достаточно дорогостоящие. Онкологические операции – это повышенный риск различных осложнений, поэтому, конечно, очень важно, чтобы по европейским стандартам все выполнялось для онкологических больных по протоколу, то есть онкоконсилиум, который принимает решение о необходимом лечении уже до операции. Все должно быть выверено, да? Да, конечно. И, например, особенно это касается рака прямой кишки, там должна быть, если увеличены лимфатические узлы на магнитно-ядерном резонансе, обязательно должна быть назначена химиотерапия. При раке прямой кишки в большинстве случаев, если он до 15 сантиметров, показано облучение. И многие боятся этих облучений, этих химиотерапий. На самом деле, когда ввели облучение больных с раком желудка, позволило снизить частоту повторного роста, рецидивов опухоли до 40%. То есть, на самом деле, совсем неплохие результаты, да? Да, поэтому очень важно для онкологических больных соблюдать протокол. Тогда есть хоть какой-то... Да, это работа команды, и хирург на самом деле не главный в этой цепочке, в этой команде, только выполняет свою часть работы. Угу. Насколько вот в этой цепочке, это не в онкологии, вообще с точки зрения вот ведения пациента, важное звено вот для вас, для частной клиники, к примеру, семейные врачи, потому что ну, уже многие не очень хорошо, понятно, не будучи медиками, разбираются в медицине, могут критически оценить свое состояние. Может быть, иногда здесь очень важно и семейный врач, который говорит, что да, вот ну, здесь без операции не обойтись, как я считаю, или ждать нельзя. Вот это очереди там на операцию, это плановая, может стать неплановой. Поэтому вот если нет возможности в государственную медицину, обращайтесь в частную, но главное, что вам оказали помощь. Вот ваш опыт о чем говорит? Наш опыт говорит, что семейный доктор будет посылать своего больного туда, где у него лучший опыт общения с врачом, где он знает, что будут достаточно хорошие результаты, что больному будет все правильно объясняться, что он не будет брошен и что ему будет оказано внимание. Конечно, работа семейных врачей, она очень, я к этому отношусь с очень большим уважением. Тяжелая это люди, работа, на самом которые деле, находятся на первой линии фронта, от них все требуют все. Они отвечают за все полностью, и, конечно, мы очень рады, когда у нас хороший контакт с семейными это докторами. Это ведь постоперационный период важен, наверное, именно да? так, особенно важно. Да, как раз я это хотел подчеркнуть, почему, например, давно уже, ну, несколько там лет назад, уже гораздо раньше, чем мы, начали быстрее выписывать больных домой. Это там в Германии, в Англии, это второй, третий, пятый день после больших операций. Это связано только с тем, что у них очень хорошие взаимоотношения с семейными докторами, и семейные доктора могут обеспечить надлежащее наблюдение за этими пациентами. Почему, вот, может быть, не только в Латвии, если мы говорим о Балтии, так мало частных клиник? Это, наверное, очень большие вложения, да? То есть это первоначально, в оборудование, во все это очень дорогостоящие мероприятия. Да, я думаю, так, что, я думаю, наверное, да? это одно из самых дорогостоящих вложений. Вообще бизнес, ты, да? Бизнес, да. И ты никогда не можешь 100% знать, каким будет результат. Много фирмочек,
разорились, многие были на высоком уровне, уровень опускается. Это очень сложный бизнес, очень трудоемкий, очень умный. Поэтому это далеко не просто. Кто за это берется, конечно, или должны быть очень большие ресурсы, или очень умные люди. Этого понимают, да, во всем куда, этом процессе. Куда развивать, какая должна быть стратегия. Что касается молодых специалистов, вы уже упомянули одну восходящую звезду. Вообще нуждается ли частная клиника в молодых специалистах? Или специфика такая, что все-таки это частная клиника, и человек идет, если так можно сказать, на звезду? Вот он знает, что вот есть там, не знаю, звезда хирургии, там звезда офтальмологии, там звезда вот отоларингологии. Он знает даже конкретную фамилию, вот он идет вот на звезду, если так можно сказать. Безусловно, мы стараемся, если мы приглашаем врачей, уже врачей известных, которые не только берут у нас больных, но и приводят больных вместе с собой. Но, с другой стороны, звездой не становится сразу. Да, поэтому... В медицине, наверное, лет 10-15 минимум после окончания вуза, да? Если не больше. Я могу рассказать попозже, да, как это, да, происходит, в принципе. И в связи с этим мы очень внимательно относимся к тем, кого мы приглашаем. С другой стороны... Вот, например, сейчас был очень благоприятный момент для молодых хирургов. Мы искали двух кандидатур именно для бариатрических операций, потому что у нас такой поток этих больных, что уже наши хирурги не справляются с ним. Мы будем формировать вторую бригаду. Для второй бригады, конечно, мы уже хотели бы пригласить и уже пригласили молодых хирургов, которые будут вначале ассистировать, помогать, и потом вот смогут сами... Подготовка специалистов. Именно, да? Так, подготовка следующих поколений. Ну, в принципе, я так понимаю, что ассистировать им придется довольно долго. Это не месяц, не два, не три. Да? Ему придется не только, ему придется читать, тренироваться, смотреть. Это такой серьезный процесс. Вот, может быть, в завершении как раз вот вы сказали, обещали сказать, чтобы стать, там, не знаю, звездой или профессионалом. Вот сколько лет потребуется после уже окончания? Это такой более уже философский вопрос, и в каждой специальности он проходит по-разному, но в принципе, выделяют 4 основные стадии. Да? И если мы берем медиков, первые 10 лет – это обучение, education, вторая стадия – это experience, когда люди уже знают, уже пытаются приобретать опыт. Это от 30 до 40 лет идет, например, у врачей. Следующая стадия – это excellence, когда имеется опыт, когда имеется знание. Это, да, уже почти к 50, так. Да, от 40 до 50. И это каждая стадия занимает около 10 лет. И после 50, если человек там работал, если он учился, если он продолжал совершенствоваться, значит, стадия, которая называется wisdom, когда уже мудрость, когда хирурги, специалист, он знает, он видит, он понимает, что если он положит руку так, будет результат такой. Если здесь он положит шовчик такой, то он предупредит расхождение швов. И он, то есть это уже настолько, как говорится, да. Это мне очень нравится, это сравнение с пловцами. Ну, например, если мы возьмем двух пловцов, одинаковая форма, одинаковый возраст, физические способности. Один плавал полгода, другой отплавал. Ну, для мастера спорта в плавании требуется 10 тысяч километров примерно. И человек, который плавал полгода и в такой же форме, знает, как надо плавать, как это делать, он проплывет там больше минуты эти 50 метров. А тот, кто уже отплавал свою, как бы выглядит полностью одинаково, он проплывет это за 22, за 21 секунду. Да, или если ты не понимаешь, я все знаю, я все умею, я все делаю правильно, но ты не плывешь, ты немножко еще на месте тормозишь. Такое, может быть, завершение, такой неожиданный в какой-то степени вопрос. Мы знаем, что в отдельных клиниках мира появляются такие роботы-хирурги, да? Правда, многие забывают, что ими все равно управляют профессионалы, да, так сказать, за пультом. Они же не сами пришли оперировать. Это вообще будущее хирургии, как кто-то говорит, как электромобили, которые заменят там вот ныне действующие автомобили, или это все-таки преувеличение, что вот робот
да, так сказать, сможет все выполнить, не знаю, более точно, да. Он не устает, зарплата ему не нужна и так далее. Эти, да, системы, одни из первых, там вот Da Vinci, там это 90-й да. год, я сам на нем попробовал в 2001 году в Бельгии. Не оперировать, пробовать. Его, ну, у нас проходят конгрессы, и, естественно, в качестве демонстрации там их выставляют, на них можно попробовать. У меня было очень хорошее ощущение, движения тонкие, они в полном объеме, не руки трясутся, ничего. Но вы должны контролировать этого робота, да? Так, чтобы да, люди конечно, понимали. Конечно. Ты все, ты как на манипуляторе работаешь. И я думаю, что это очень хорошая вещь. Но для робот-медицины в данный момент, на сегодня, есть свои показания. И это, скажем, анатомические области, куда добраться очень трудно, в том числе ожирение, ну, скажем, рак прямой кишки считается, да, предстата. Именно для людей, у которых узкий таз, куда не добраться рукой, тебе не видно. А с манипуляторами, с этими камерами, ты можешь подойти и все хорошо сделать. А недостаток этих систем, он, хотя я думаю, что его ликвидируют, то, что сигнал передается по интернету. А интернет имеет свойство иногда давать сбои. Да. И глючить, как вот, мы говорим. Поэтому, да. конечно, эти операции возможны там на большом расстоянии от хирурга, там 2-3 тысячи километров. Но должны быть ассистенты, должна быть бригада хирургов, которые находятся в зале, где находится больной. Они выставляют все манипуляторы, вставляют куда нужно брюшную полость инструменты и находятся рядом, если какая-то ошибка системы, то сразу, чтобы можно было подключиться. Вот такой последний вопрос. Вы как вот директор частной клиники, АВ-клиник, вы за страховую медицину в целом? Да? Я понимаю, что это вечный такой вопрос. Обязательно. Какая бы система ни была, но на сегодня, наверное, это самая перспективная страховая медицина, деньги не должны стоять между врачом и пациентом. И или это государство оплачивает, или это страховая медицина. Любое решение. Но деньги не должны быть между пациентом и больным. Это потому, что у вас все-таки еще опыт того времени, советского, да? Конечно, конечно. Как, ну вот, почему были такие маленькие зарплаты в Советском Союзе у врачей? Спросили первого министра здравоохранения, Семашко. И он ответил так, что хороших докторов прокормит народ, да. А плохие доктора нам не нужны. Не нужны. Что-то вот. В этом есть. Но я думаю, что принципиально, стратегически это нехорошо все, и не должно быть денег между пациентом и его больным. Спасибо большое, директор АВ-клиник, доктор медицины, хирург Сергей Лебедьков у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Спасибо. На одной волне с городом.